Поселке Октябрьский приступили к благоустройству парка «Лесная опушка». Спецтехнику уже завезли, место проведения земляных работ оградили. Начало первого этапа благоустройства проинспектировал Владимир Волков. У нас сейчас осталось только прокопать вот это. Угу. Это от 60 лет Победы, который идет. Угу. А мы не прокопали. Уже копать. Завтра начнем. Благоустройство начали 2 недели назад. Сейчас продолжаются работы по расчистке лесной территории от мусора, валежника и сухостоя. Рабочие приступили к пешеходно-тропиночной сети и велолыжной трассе. Идет выемка грунта, вывоз его. Затем будут проводиться работы по обратной засыпке сыпучими материалами, так как территория является лесопарковой. Плиточного покрытия не будет, это будет уплотненный грунт и пешеходно-тропиночная сеть, это будут дорожки из отсева. Общая протяженность дорожек составит около 20 тысяч квадратных метров. Песок и грунт завезен. Благоустройство проведут с максимальным сохранением природного ландшафта. Внимательно будем следить за ходом проведения работ, так как эта территория, эта парковая зона должна открыться уже в сентябре месяце. Подрядчик заказал малые архитектурные формы, их будет много. Монтаж их уже происходит, потому что они индивидуально разрабатываются под проект, который был согласован по этой спортивно-рекреационной зоне. Работы по благоустройству лесной опушки завершат к началу сентября. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.